рыбы. Рыбы бывает двух сортов и видов. Опизневшие и собственной беспринципностью исчадия ада и верные, истинно добрые с непоколебимой моралью ангелы. Причем мерзким рыбам, как правило, в жизни все прощают, охуевая, тогда как ангелоподобные рыбки-мученицы раздражают обывателей недосягаемой святостью. Бледовать могут по-страшному, причем поймать рыбу на блядстве или заставить ее в нем признаться сложнее, чем увидеть морщерогого кизляка. До последнего вы будете глядеть в ее честные, полные слез глаза и верить. Бестуштые гондоны, без каких-то моральных принципов. Склонны пиздеть по-черному, причем даже тогда, когда вроде бы и незачем. Нагонять туману и вообще вводить людей в заблуждение. Но на рыб нельзя за это обижаться. Адские муки совести у них обычное дело. Причем мучиться надо до кучи из-за того, что не делали. Склонны идеализировать людей, а потом обижаться на них за то, что те оказались мудаками. Могут ни с того ни с сего начать мстить миру вокруг. Абстрактно и по-уебански. Трогательны в своих иллюзиях, и даже когда оказываются сучарами и падлами, их все равно невольно прощаешь за глобальное неумение.